воскрес. Воскрес? Так он уже давно воскрес. 40 дней будем приветствовать с этим словом. Вы не знаете порядок, пока он не вознесется на небо. 40 дней. Говорят, но Христос воскрес. А в ответ что говорят? Иисус воскрес. Воистину, Христос. Воистину воскрес. Христос. То есть, действительно, он воскрес. Правильно. А вы пост соблюдаете, да? Все, соблюдаем. Все посты, все. Мы верующие. А вы какой-нибудь эффект от постов замечаете? Так, повторите, только без ругания, чтобы было. Нет, а я не ругаюсь. Хорошо. Я говорю, эффект какой-нибудь от постов замечаете? Ну, эффект какой-нибудь есть? Может быть, себя лучше чувствуете? Не знаю. Вы заботитесь о том, что в церкви придете, примут ли вас, так? Нет, я ничего не думаю об этом поводе. Ну, как-то так бу-бу-бу идет, о, какое-то эхо идет, трудно понять. Не знаю, с чем это связано. Так, потихоньку говорите, я разберу. Я говорю, меня нормально слышно сейчас? Вот сейчас нормально, только так, не скоро говорить, я не знаю, что так у вас, да еще. Дальше. Ну, я говорю, а как себя чувствуете после соблюдения поста? Да, ну как чувствовали, так и чувствовали. Ну, вы на меня посмотрите, какой я. Я не исхудалый. На стройке проработал 35 лет. И у меня все при мне. Вот сколько мне лет дадите? Ну, лет, наверное, 70. 80. 80. Так моя биография-то какая? Я верующий, меня за Слово Божие сажали, я в 5 тюрьмах отбывал, и 26 лет только там психиатрия и другое давили. А теперь все, реабилитация полная. Меня и в холодильнике, и накачивали, что только не делали. А я живой, ни одной таблетки не съел. Это благодать Божия. Вот теперь я могу сказать на ваш ответ. Меня Бог сохранил. Ну да, я не спорю. Я еще ни одной, повторяю, таблетки не съел. И у меня три голубятни. Сколько планируете еще прыгать? А? Сколько планируете еще прыгать? Что-то никак я вас не пойму, никого дома нет. Еще раз медленнее повторите. Сколько планируете еще прыгать? А я не планирую, как Бог даст. Я уже свой срок изжил. В Библии говорится, лет человеческих 70 лет, а при большей крепости 80. А мне вот 10 июня будет ровно 80. И я не знаю, Бог как... Я никогда не думал, что до сих пор буду жить. Тем более моя жизнь прошла на таких крутых виражах, поворотах. Я служил в морфлоте, а потом работал на море. Еще только не было. И я остался живой. Это чудо Божье. Я многократно был при смерти. И тонул, и горел, и еще только не было. И остался живой. Господь чего-то ждет от меня. Мы строим с нуля православную деревню. Вот мне пришлось... Православная деревня? Да, на Алтае. Где нельзя... Кто первый раз знакомится с нами, должен доказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Тогда разговариваем с ним. Ну, я курю. Ну, уже не подходит. Но главное, что мы пошли самым прямым путем. Через администрацию краевую, совет депутатов, зарегистрировались, нас табличку вывешили. Но помочь за 27 лет ни рубля. Мы дороги, пруды восстанавливаем, все сами, своими силами. Ни рубля. Вот я 45 лет начальник детского лагеря был, тысячи детей подняли, ни рубля государство не дало, только гнобили и гнобили. И мы выжили, и мы живые. Нам есть что показать. Это не просто... Что мы построили за это время? Что мы построили? Мы строим не только это, духовное. За это время я вел занятия в 5 университетах. В 5 отделах милиции вел занятия. Краевом и городском УВД края. Во всех воинских частях, заводах, фабриках. И у меня вышло 38 томов книг. Я их решил подарить людям. С Барнаула мы доехали до Владивостока, а потом до Лиссабона, Португалия. Прибалтику и Скандинавию прошли. И подарили в 650 городов по полному комплекту. Один комплект 750 евро. Подарили книги, которые возрождают душу человека. Что мы сделали? Тысячи детей встали на ноги. Наш труд, это благодать Божия оценит только. И при том ни рубля, нигде, ни за что государство нам не дало. Я вернулся, 18 лет сотрудничал в тюрьме. Помогал людям обрести истинную жизнь. За даром.
в университетах преподавал, 13 школ, нигде копейки не получал. Что мы сделали? Мы показали пример, когда с нами Христос, и все у нас ладится. И вы, если зайдете на наш YouTube, называется наш канал «Во свете Библии», Игнатий Лапкин. И у нас там 11 тысяч, это 15 150 роликов. 15 тысяч. Такого большого YouTube канала нету нигде больше. В интернете мы не можем найти даже близко. А почему? У нас настолько все богато. Богато не в деньгах, а в делах. Это Бог благословляет, и мы это делаем. Представьте, проехали 120 тысяч километров. 3 раза вокруг земного шара по экватору. Вот я работаю, у меня 35 лет стажу на стройке, а у меня пенсия 8141 рубль 33 копейки. А почему так мало? Советской власти спасибо говорите, говорится, товарищу Ленину. Работать нигде не давали. Я прораб, работал в МВД, меня отовсюду вырвали. И работать только на вневедомственной охране, притом в милиции, в районе, где живешь. Больше нигде мне нельзя было работать. А я свободные дни, я сумку свою на велосипед, где глина, кому печь сделать, я не сидел. Мне приятно это все вспомнить. Если вы зайдете на наш видеоканал, вы это все увидите. А если зайдете на сайт под этими именами, там еще больше. Там государственные фильмы на такие бобины снимали о нас, занявшие 1-е место на международном киноконкурсе. Это что-то значит? Что мы сделали? Мы показали пример, что надо жить интересно, красиво в бедности, не проклинать правителей, а молиться за них. А то патриарха, машина. Да что мне патриарх-то? Мне на своем огороде надо разобраться. Вас как звать? Матвей. Матвей? Да. Это Матвей, это первый евангелист. У вас имя-то какое апостольское? Это редкое имя сегодня. А меня Игнатий... Я сказал, что она редкая. Уже часто слышу. Я вот Игнатий Лапкин. Мы называем, у нас имена называли по календарю. И поэтому у нас старший брат Самуил. Меньше меня, который Иоаким. У нас 5 братьев, 5 сестер. А вот отец Тихон у меня. А братья Амос, там Наум. А по матери 3 брата у матери. Макарий, Филарет, Эммануил. Где-то эти имена-то? Их никого нету. У нас жизнь-то какая-то изломанная. А в правительстве Сталина было там Ворошилов, Климент Ефремович. Сейчас ни Климента, ни Ефрема не встретишь нигде. Ну да. Надо жить интересно, как я называю это, для Бога. Он благословляет. А чем занимаетесь еще? У меня 80 лет. Чем я могу заниматься сейчас? У меня 3 голубятни. 2 в деревне, 1 здесь, в городе. Да еще в комнате у меня голуби в коробке воркуют. А зачем вам голуби? Люблю. С 5 лет влюблен в них. Голубь – это единственная птица, которая определяет человека. У нас большая статья была в «Алтайской правде». У злого человека голуби не живут. А у меня 3 голубятни. У злого не живут. Вот я знаю злых ни у кого, ни у одного. Вот на меня столько нападок в интернете, потому что я говорю правду, проповедую. За 8 месяцев мне пришлось в черный список заблокировать больше 9 тысяч человек. Воображай. Теперь роликов у нас столько, а против меня роликов 200 с лишним выставлено в интернете, которые делают там священники, кто-то. Это чего-то стоим? А почему мы правду говорим до конца, никому не угождая? А это не всем нравится. А вот говорят, сегодня мне задавили вопрос, а как вы к Путину относитесь? Я говорю, с какой стороны? Ну, вы его поддерживаете. Я говорю, так он не Брежнев, его еще поддерживает. Он сам даже на хоккей играет. Ну, вот его политику. А что политика-то? 72 года советская власть гнобила людей. И в одну ночь перекачали все богатство страны в Израиль да в Америку. Что тут догадываться-то? А мой отец инвалид войны вот так вот пришел. 10 ребятишек, и все забирали в план. Я первый в школу побежал по снегу в босых ногах. Прибежал, ноги под себя. Коров пасли. Корова оправится, я заскочишь в лепешке, стоишь, где следующая корова оправится. И мы ни разу не слышали, чтобы родители ругали власти. То ли боялись, то ли что. Никогда. А в семье 10 детей, отец без руки.
И мы жили интересно, так красиво, бедно. И ни одного ребенка больного нету. Никого. А что вы думаете по поводу морального состояния общества? Хуже некуда. Содом и Гоморра, вот особенно чат-рулетка. Это... А почему религия не занимается вопросом воспитания? Ну, сказать не занимается, это будет неверно. Ну, не всегда занимаются, поточнее. Ну, как понимают? Вот пришел человек в церковь-то, ну, ему там что-то скажут. А мы-то идем везде. Вот я вернулся, 18 лет сотрудничал с тюрьмой. 18 лет. Так я не просто пришел, как поп, пришел в один день, 470 крестил. Я 18 лет хожу по камерам. Они знают, я зэк, каторжник. Я знаю, о чем он думает. Ко мне. И у меня ни одного не подготовили к крещению. Почему? Он пьет, курит или гомосексуалист. А поп не смотрит подряд всех. И в церкви за все деньги. А мы все делаем бесплатно. Угу. Вот я начальник детского лагеря. 45 лет. Представь, 1000 детей. И ни рубля государство не дало. Ни рубля. Как это? Так ладно бы не рубля. В 98 году против нашего лагеря детского было 15 краевых комиссий. Задействованы пожарная, милиция, прокуратура, КГБ. Меня 2 уголовных дела завели только на меня. Но ничего не получилось. Я пришел в суд, подал, все разгромил Господь. Все, праха не осталось. Который самые поганые статьи писал в московском комсомольце на Алтае. Нашли убитым. Никто не знает, что. Подряд Бог развеял, прах один остался. Почему? Мы молились, Господи, подай защиту Твою. Я с чужими детьми вожусь, 45 лет. Ни одного слова нету положительного. А дети едут и едут. Из Канады, из Канады. Из Франции, из Германии. Откуда только детей не было. А что у вас на левой руке на запястье? На левой руке? Да. А что на левой руке? Где моя левая рука? На запястье. Вот. Да. Нет, я думаю, это какое-то там... Это пуговица. Да, заметил. Ну, это правая рука у меня. Да нет, мне показалось, что у вас там... Нет, ничего нет. Нет. А что тут может быть на левой руке? Ну, не знаю. Просто показалось, что там пуговица была. Ну, пуговица желтая такая-то. Это жена тут меня хорошую пришила. Ну да, интересно, пуговицы желтые. Да. А я не смотрю, для меня это абсолютно безразлично. Вы на наш YouTube, когда зайдете, во свете Библии Игнатий Лапкин, вы оттуда не выйдете. Как мы деревню строим, как миссионерская поездка была, как дети отдыхают, купаются, там на конях ездят, там на лодках плавают. Это все надо сделать и отвечать за каждую душу. И за 45 лет ни один ребенок не заболел, не отравился. Не утонул, не сгорел, как у них. А у вас оздоровительный лагерь или деревня? Где деревня? Около деревни, 500 метров от деревни. Но лагерь возник на 19 лет раньше, когда деревня наша исчезла в 72 году. А деревню начали заново отстраивать в 91-м. А почему она исчезла? Ну, все деревни разрушали, и все. Почему? В Алтайском крае погибло в это время 400 деревень. 400! А во всей стране 21 тысяча, а еще 10 полуживые, 1-2 человека в них. Государство так, сельский труженик никак не ценится, с него все берут, а давать не дают. Ну да. Вот даже протравить зерно, совещание было, Казахстан своим земледельцам половину оплачивает, а у нас ни рубля. Помогает комбайны купить, а у нас нисколько. Тут по-другому идет политика. Перегон денег в Израиль да в Америку. Я думаю, надо без критики, да, добиваться всего. Мы в один город приехали, где-то, я не знаю, это Чита или где-то там. И, библиотекарь, и муж пришел, а муж, видно, маленько на веселье, и говорит, а что вы привезли? Мы говорим, книги, мои книги, я автор. Эх, дед, ты автоматы вези нам. Автоматы. Я говорю, ты что, мужик, ты думай, что говоришь. Я христианин. Я никого убивать не могу. Говорить я еще могу сказать, а у нас в армии идут только на альтернативной основе. Да дольше там не будут заряжающими. В Чечню не пойдут убивать своих граждан. Ну ладно, поехал я дальше, удачи вам. Ну вот заходите в YouTube, заходите. Во свете Библии Игнатий Лапкин.
Если у вас вопросы будут, по скайпу Игнатий Лапкин, вы меня сразу найдете. Хорошо, всего с Богом. Доброго. С Богом.